интересное представление, главными участниками которого, как мы наверняка уже догадались, будут дельфины. Это будут дельфины двух видов. Первый – это черноморские дельфины афалины. И если вы ездили отдыхать в Черноморском побережье, то могли встретить их и в дикой природе, потому что они очень любопытны и порой довольно близко подплывают к купающимся людям, чтобы поподробнее рассмотреть, что же это за странные существа, так нелепо барахтаются в воде. Есть даже версия, что дельфины воспринимают нас за равных себе, за еще один дельфинов, с которым они пока не знакомы. Происходит это потому, что они при помощи эхолокации чувствуют в нас наличие легких, что дает им повод думать, что мы не рыбы. Ну а раз мы не рыбы, раз мы не еда, значит мы заслуживаем более пристально. Видимо, по этой причине они и подплывают к нам поближе, чтобы познакомиться. Но, тем не менее, держат дистанцию, чтобы не допускать фамильярности. Именно афалин изображает вас в двух морях рядом с буквой «Д» – дельфин. Это существа от полутора, я имею в виду, от полутора до 3,5 метров. В редких случаях более 3,5 метров, но при таком размере дельфин весит около 400 килограмм. То есть это очень редкий экземпляр. Наш, конечно, поскромнее, но тем не менее ничуть не хуже. Они имеют темно-серую спину и розовое или белое брюшко. Окраска их тоже не случайна. Сверху они темные, чтобы, если смотреть, сверху они сливаются с цветом морских пучин, а снизу брюшко белое, чтобы хищники, которые атакуют снизу, в частности акулы, это один из немногих хищников, которые угрожали дельфинам в дикой природе, чтобы они сливались с поверхностью воды, естественно, светлой.